Друзья, ваши заказы готовятся, ребята. Сегодня будет отправка, сейчас после обеда, на новую почту я несу ваши заказы. Все, что вы заказывали, вот 5 килограмм фисташки по килограмму, вот 8 человек заказали. Также масло кто заказывал, тоже ребята. На заказ, да, это? Да, это все на заказ. Кому что, кто может хочет еще что-то заказать, ребята, пишите внизу, ник отмечаю, на рабочую страничку, о нас. Кому что еще надо, вот кто заказывал масло по 340, 9,5 литров. Вот это, кто не знает, это у нас по 200 гривен, потому что тот раз мы снимали ролик, там только говорили, же большое, 340. Это по 200, кому надо. Фисташка у нас 480. Вкусная, да? Она? Оригинал. Рис вот такой китайский. Индийский. 500 гривен, 5 килограмм. 500 басмати, бомба. Покажи рис. Максимальный обзор, может кому-то еще что-то надо, ребята. Сегодня... Мужская сила свеженький, 350 гривен. Манго по 150, по 180 гривен. Это все у нас на заказ, так что вы, да, тоже фисташки, заказываете. Да, фисташки я лично фасую, ребята. Всегда... А там килограмм или больше, меньше? Сколько? Я всегда ставлю где-то килограмм 10, килограмм 15. Вот, кило 20. Да? Любой пакет. Ничего себе. Я лично, вот, любой пакет, вот давай, вот этот пакет возьму. Смотри, чик. Кило 10. Ну, чтобы не сомневались, вот. Все, любой оригинал, пакет взяли, да. Поставили на весе, 10 грамм больше. Я лично пакую, если будет там, блядь, не хватать полкило, 20-30 грамм. Ой, качели ко мне. Да. Максимально. Покажи, может, кому-то еще. Все, вот сладости рязни, вот, если что-то надо. Да, вот, пахлава вот такая вот есть. 160 гривен килограмм. Да. 160 гривен, ребята, здесь килограмм. Здесь килограмм. И не надо туда лезть руками, блядь, грязными, резать, ковыряться. Тут в носу ковырялся. А тут вот, все, возьми себе коробочку, нахуй, и все. Если это много, есть по полкило, да. Еще 90 гривен. Разные приколы есть. Вот такой вот есть, смотри. Суши турецкий. Конфеты, орешки. Максимальный масло. Обзор. Все должно быть в оригинале. Оригинал, обзор оригинал. Оливковое масло настоящее. Ребята, вот есть еще вот такой сок оригинальный у нас, смотрите. Вот такой сок есть, азербайджанский, оригинал, ребят. Сейчас я заценю. Попробуй, скажешь, сейчас. Нормально? Оригинал. Бомба. Максимальный обзор, максимальный, брат. Пожалуйста, вот нутелла 300 гривен. Баночка. Покажи, для специй. Есть курага вот такая, почем продукт? Новый завоз. Просто. Это 350. 250. По 200 гривен. 250 еще раз. Ананас сколько такое? Это манго. 180 полкило. Есть еще полкило по 150 гривен. Сегодня у нас хороший товар, качественный. Еще звоните, заходите к нам. Вот такие оливки сколько? 380 гривен. 380. Маслины и оливки по 380. Я на привозе видел такие по 500. Но. У нас сегодня хорошие, вот смотрите. Ассортимент, короче, у нас очень большой. Можете разные звонить, есть, спросить. Ребята, есть. Любые вот, специи. Напишите в комментарии, какой специи вы не видите, ребята. Любой специи есть, смотрите. Да, все, что надо. Вот такой фисташка полкило. Сколько у нас было? 280. 280. Американская, а также тоже хорошая. Пользуясь случаем, видео хочу сделать. Парень ищет серьезные отношения. Ищет себе девушку от 40 лет. Хочет такую, взрослую хочет, мамочку говорит. Хочу ее называть мама, мама. Мама, хочу... покорми меня. Да. Молочко. Максимальный обзор, разные все есть. Масло вот, пожалуйста, баночка для специй. Сколько стоит литр. Такое масло? Литр? 45 гривен. Литр. 45. Так нахуя давать 45, если можно купить за 340, вон 9,5 литров. Большой, это получится, да? По 35. Если можно взять вот это по 35. Намного дешевле входит. Да, а в АТБ литр масла вообще 70 гривен. Нахуя давать 70? Возьмите себе вот 5 литров за 200 гривен. Отправка, доставка. Доставка есть по Одессе, только если много будете заказывать. Если закажете, допустим, 20 бутылок масла, там килограмм 50 фисташек, я могу лично вам привезти по Одессе, не вопрос, бесплатно. А так отправка по новой почте. Другие города, да. Напишите, отправим по любой город. Да. Все есть. Фасоль вот такая есть, смотрите, разная. Ассортимент у нас нормально. Все, что надо, найдем. 100 гривен этот. 100 гривен. Классика. 80 гривен. Есть по 65 гривен, по 75 гривен. Масло это почем? 5 литров 380 гривен. Оливковое масло. Литр 120. Это оливка. Чаем? На привозе продают 420 гривен. 450 гривен 5 литров. У нас по 380. Максимальный обзор. Максимально, ребята. Максимально. Михалыч дальше собирает заказ. Максимальный обзор, братух, да.
Только писташки, что-то еще есть, да, на заказ? Да, есть заказ, там возьми список, почитай, там, блядь, заказало сейчас. 40 человек, 40 заказов. Сейчас все соберем, отправим. Ждите, завтра получите. А также можно пешком прийти, Пантелеймоновская, Екатерининская, на втором этаже, паркинг. Номер магазина какой там у нас, 22, да, по-моему? Да, 22, да. Все, всех ждем, ребят. Всего хорошего вечера. Так что заходите, залетайте, ребята, если звоните, пишите. Все, что надо, покажем вам, расскажем. Можете также взять на продажу. Все, я пошел Михалычу помогать.